кстати, игра там больше под джойстик делалась вроде бы. Эй, ты как? Мы раньше встречались. Да, я тоже видел, лично что там негры нет, живут. Но разве не все мы близки друг другу? Да, мы же почти как одна большая семья. Я понятия не имею. А, ебать, там кринж сзади происходит. Чувак, ты что, и в самом деле не понимаешь? Моя память, все как в тумане. Ну, как скажешь. Я-то знаю, что ты ищешь. Слушай, приятель, мы можем тебе помочь. В смысле, я знаю, кто может. Кто мы-то? Кто мы-то здесь? Я один, и ты, ёпта. Уверен, она тебе поможет. Ее зовут Роза. Это та баба, которая мне коктейль заказала. Ну давай, быстрее булками шевели, заебал. Блять, жалко, да, жалко. Вот тебя жалко. I'm sorry, man, долбоёб. Жалко тебя заблокированного-то. Пошел нахуй. Тебе очень повезло, что ты встретил меня. С большинством из нас. Русский мир идет, Кавелик, русский мир идет. Они бы тебе просто оторвали. И до тебя дойдет. Ничего похуже. Да ничего он не скажет, я его заблокировал. Он Кавелик. Он не понимает, что, блядь, там нацисты. Что государство нацистов финансирует. А что, не финансирует? А кто ж их, блядь, финансирует, алло, блядь? А кто ж их, блядь, финансирует? А кто ж, блядь, улицы переименовывает? Блядь, сколько же они бабок вообще в это угрохали? Я просто ебал. Ну и Запад финансирует, да? Не понимаю. Что в плане управления? Бля, почему у украинцев вот, сука, надо им, блять, прийти и как относишься к Украине, как относишься к Украине, как относишься к Украине, вот, сука, блять, вы в жопе уже, блять, сука, ковелит у них что, блять, горит очко, блять, заходит просто и говорит, как относишься к Украине, да пошел ты нахуй, блять, со своей Украиной, блять, сука. Как относишься, блядь? Вот у них мания, сука, зайти и написать, блядь. Они, наверное, везде ходят, блядь, и под каждым видосом комменты оставляют, блядь, подобные. Вчера в телеге, короче, видел видео. Там какие-то два ковелика в Крыму, сказали хуйню. Вот. Их быстро нашли и заставили извиниться. Ну, менты схватили, заставили извиняться. И они извинялись, грустно плакали, а такие веселые на видео были. И то же самое с ними будет. То же самое будет с ними. Будут в тряпочку молчать. Это сейчас они распетушились.